Хей, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием Outlast. Так, мы закончили на том, что мы проникли в больницу, и Свена мужик нас выкинул со второго этажа вот сюда. А, это я поворачиваюсь. Так, мы знаем с вами, что враг у нас находится в той стороне, да? Ой, нет, у нас враг находится в той стороне. Справа он куда-то там прошел. Мы идем теперь сюда. Там какой-то колясочник у нас сидел. Так, он, походу, не живой. Мне не нравится, что их тут довольно много лежит. И что большинство из них может быть живыми. Плохое предчувствие. А, да, я, скорее всего, скипну игру. Ну, не знаю, блин, ребят, посмотрим, потому что игра сама по себе... Вот я не знаю, ну, стоит ли мне туда идти? А, он еще дергается. Ну давайте рискнем, ладно. Разве я что-то теряю? Хотя, если он за мной побежит. Ну я сделаю потише. Так, документы. Заметки. Документы. Отчет о состоянии пациента проекта Валеридер Криса Уэрера. Так, психиатрическое исследование Мерков, проект Валерис, та-та-та, Уокер. Возраст 32. Так, лечащий врач Рудольф Верник, запись доктора Уолша. Состояние. Активность морфогенического концентрирования стабилизировалась приблизительно на 2000 мА. Переход к более высокой стадии гормональной программы небезопасен. Симптомы. Спирометрия обнаружила легкие и умеренные бронхиальные образования. Результаты томографии подтверждают описание снов. Данные сами пациентов. Смех в медленной фазе. Заметки. Во время беседы подвижность Уокера была вынуждена ограниченной ввиду нанесение им себе повреждения. Ограничительное приспособление пришлось видоизменить в связи с его огромным размером. Обширные кожные посыпания соответствуют типичной клеточной активности при неудавшемся морфогенетическом концентрировании. Он утверждает, что сдирание кожи со лба способствует особому видению. Напоминает юношеский опыт с ящерицами Туатара и их внутренним зрением. Выражал беспокойство касается своей плоти, особенно губ и носа. Назначенный персонал следует предупреждать дальнейшие попытки самовредительству. Полученные в Афганистанской психологические травмы, похоже, замедлили процесс морфогенического кондиционирования, преобладающее невязающее состояние усиленной терапии. Является повышенное внимание к военному протоколу безопасности. Настолько рекомендуют дальнейшее применение средств физического и фармакотического ограничения активности. А я вот не пойму, либо это говорят про мужика, который у нас в начале был, самый первый, которого мы встретили, у которого лицо было типа в шрамах весь, как будто в ожогах. Либо этот вот этот здоровяк, который нас схватил и выкинул. Заметьте, что так темно.
А сюда заходишь, не так уж темно. Так, мне... Подожди. У меня она сама запол... Чувствую. Он слишком громко дышит. Мне страшно, вы понимаете? Приятель, ты что, меня не нападешь? Ага. Херня в том, что и там есть проход, ребят. Куда-то. Сколько вариантов. И столько ж... В принципе, здесь двери... Да прекращай. Блять, тупой скрипт. Глупые скрипты. Угу. Почему я забраться не могу? Почему так громко? Почему кровь пропадает с стен? Так, там что-то написано, какой-то номер. Здравствуйте. Добрый вечер. Витнес. Почему ты дышишь так? А. Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Зачем нам умирать? Покер пришлет нас только за то, что мы больны. Мы не выбирали такой СБ. Окей. Если что... Ну, блин, мне кажется, меня здесь найдут. Но кто-то огромный мусор шею просто свернул. Документы. Отчет об экономической целесообразности проекта Вальридер от Хелен Грэнта. Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении немедленных действий со стороны корпорации Мерков. Не требуется. Потенциальная прибыль проекта Вальридер остается чрезвычайно высоким. 4 несчастных случая содержат достаточно противоречивые данные, затрудняющие любое судебное разбирательство. А в случае должностного обращения со свидетельской, делающей его невозможным, проект Вальридер остается рискованным. Начинаем и можем повлечь дальнейшие потери, как и в других случаях, интерес к пациенту со стороны
родственников и правительства настолько незначительны, что вероятность любого судебного преследования представляет исчезающе мало. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогеническое концентрирование приближается к стадии производства рабочей моделей. Но сочетание физических и форматических способов ограничивает активность, доказала серьезную эффективность в сохранении управляемости и прибыльности проекта. Ебаный текст. С уважением, Хелен Грант, Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерков. Короче, здесь мы с вами по факту получили просто данные, которые нам нужны были, да? Мне, как я понимаю, нужна карточка. Но я, в принципе, там не вижу ничего того, что бы мне там пригодилось. Так, собака воет. Так, я, если честно, хочу срать. Мне кажется, мне сейчас игра в этом поможет. Опа, тихо, там что-то есть? А, это стеклышко. У меня плохое на самом деле предчувствие насчет мужика, который здесь сидит на коляске. Хорошо, давайте я примерно сделаю вид, что он на меня нападет. Типа все равно. Типа пациенты. Ну и все равно. Ух ты ж, ё-моё. С этим более-менее все в порядке. Давайте посмотрим, что с тем. У него зашиты глаза. У него зашиты глаза, но... У него нету губ, я понял. Этот, в принципе, в порядке. У этого только что нога. У этого просто... Он себе что, руки оттяпал? Вау. Ладно. Заметки. Овощи и сдохший телевизор. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты. Они пережили то, что здесь произошло, но похоже, на чердаке у них совсем пусто. Может, им просто лоботомию сделали, да и все. Ясно. Почему? А, могу пройти. Если что, сюда спрятаться. Подожди. Я здесь точно вижу труп.
Да ладно. Найдена карта. Произошло сохранение. Вижу батарейку. А сейчас, знаете, сюда в такой момент, что сюда кто-то заходит, такой ходит, ходит, и ты, блядь, под столом, и они начинают бить стол. Ох, мне что-то такое плохое предчувствие. Но дальнейшее происходящее здесь. Чисто связано из-за вот этого вот мужика. Что? Не дверь починили? А, там же двери не было, точно. Давай, типа... Почему бы нет? Мужик до меня добьется? Давай, давай. Схвати меня. Да, 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 да. Ожидаемо. Вытащи их, пожалуйста, доктор Мёрт. Вырви их, ты должен мне помочь. Ну да, я говорил, что-то будет с ним. Не просто так он там лежит. Ты меня не заставишь. А что, а что? Вытащить кого? Нити? Ну это было... Блин, и страшно, но с какой-то степени было все равно предсказуемо, то что это будет. Поэтому я как-то и подготовился насчет того, что этот мужик может на меня напасть. Так, ладненько. У нас с вами есть что? Карта. Ну понятно, что карта не отсюда. У нас с вами карточка с того места, там где... Ну блин, вот вспомните, все равно там был тот мужик, и есть вероятность того, что за мной кто-то все-таки погонится. Вот это вот не просто так нам говорят, что вы можете обернуться на бегу. Не, ну на самом деле мы можем сначала проверить, сколько мы ударов сможем вынести. Есть вероятность, что оттуда побежит. The lie. Ага. Прикольно. Я мог прятаться. Я сейчас что делаю? Открываю себе выход отсюда, да? Плохое предчувствие, заходим. Я спрятался. Вы, бля. Это наш друг. Надеюсь, он в ящике не рыщет. Где-то тут, поросёночек. И я тебя отыщу, шлюшка. Ага.
Ага. Иди, иди отсюда. Ну, мы подождем, да, или серию закончим. Хотя, блин, 20 секунд. Блин, ну это не вариант. Нужно ждать, пока он уйдет в другую сторону. А куда мне бежать, подождите? Что мы активировали? Пускай, к примеру, мы открыли с вами центральную дверь. А, то есть он ушел. Пипец. Просто идем по темноте. Ясно. Куда мы хоть и? Почему свет труп подсвечивается? Почему тут горит лампа, но нету света? Ладно, нюансы игр. Они такие. Нюансы не такие. Что мне делать? Так, можно дверь закрыть? Хлопать, можно было не хлопать дверью. Смотрите, у нас, в принципе, выход открылся. Также, скорее всего, у нас и подвал открылся. Серьезно? Дверь же открыта. Куда мне идти? Здесь светло, почему? Где-то темно, где-то светло, непонятно. Нам идти только где лифт. А почему здесь светло? Хорошо, какие-то препятствия, у нас вода, заметки, назад, документы, МК Ультра, ЦРУ, убийство под воздействием гипноза,
Программа МК Ультра. Документация ЦРУ. Страница 1. Выдержка. Для подшивки тема «Гипноз. Исследование эксперименты» 10 февраля 1954 года. В среду 10 февраля 1954 года исследования гипнотического состояния были продолжены в корпусе 13 заповедника Mount Massive в Колорадо. Пониже описание направления. Краткое изложение. Было воздействовано гипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда уснула при оказании пальцем. При указании пальцем мисс Джексон и мисс Пирс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Пирс было приказано учитывать выражение ею ранее страха перед любым видом огнестрельного оружия. Разбудить мисс Джексон, находящийся в состоянии глубокого гипнотического сна, пользуя любым возможным способом, а в случае неудачно взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что не задумывалась, застрелил мисс Джексон за то, что та не просыпается. Второе. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данную команду, включая выстрел из неразряженного пневматического пистолета в мисс Джексон, и пала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и предусмотрено полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирса, того в бодрствующем состоянии отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Так, чтобы пересечь через какой-нибудь предмет, пробел. Так, я сейчас здесь. А, это типа карта. Окей, что у нас есть? Я здесь. Или подожди. Я вот здесь. Это выход. Щиток есть здесь. Большая очень местность здесь. Какие-то два пространства тут. Тут маленькое место и здесь. Кто там? Заживу! Я не боюсь смерти! Больше не боюсь! Мне музыка вот эта не нравится, ребят. Походу, следующей серии не будет. Если будет, то она будет более-менее спокойна, мне кажется. Поэтому давайте, я думаю, на этом мы с вами и закончить или нет. Кто-то по воде ходит. Либо одно из двух, либо это вода капает, либо кто-то по воде ходит. Ладно, тогда на этом заканчиваем и в следующей серии продолжаем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.